Поехали. И вот тот самый перевод. Дождался. Искал Магомада, что дальше, пока боковой контроль пытается спастись. Апкик поднимается. Левый прямой. У, какие отметки. И тейкдаун. Побороться, да. И пошел вперед, пошел в лоб. Вискал Магомадов. Встроенная атака левой рукой. Четвертый удар. Немного заигрался. Постоянно смотрю на Пизини и думаю, у какой размен. И вот здесь, поверх. Хорошо, окончательно. Размен пускается. И тычок. Тычок уже точно. Еще один фронт-кик. Жесткий. Да, здесь получается тогда он на встречу поймал на движение. Кто попал, то нет. Вот здесь по корпусу достает и... Лоу-кик. Попал. Летел. Магомадов не идет в борьбу. Вот только сейчас, прям, как я сказал, сразу же включил. Да, услышал Вискан, будто бы. Здесь пытается кика. На колено встречать, кстати, по корпусу там попал, но тейкдаун на пару. Магомадов! Перчатки не хватает. Слушай, меня на протяжении всего боя пожали руки. Первый раунд. Very dangerous fighter, Pokovic. Oh! Pokovic! Vishkan Magomedov hurt him early. He's got to stay composed as well. Oh, big shot! Number of different looks, and now looking to drag it to the mat once more. Just staying with that clinch. Oh, nice to be like to watch though as well, especially when you, oh, look at that takedown. 10 seconds left. Another. Oh, again. It's one of those where it only takes one moment to foot. Look, Magomedov. Oh,
finishing like that. Perkins gets just the takedown at the end of the round, lifting him off form, slams him down. I would agree with you as far as I feel it should go the way of Vishkan Magomedov. Первый раунд, минута с небольшим еще есть. Я думаю, все, да, совершенно. Практически растянуло, да? Сузу. Ну, да, и сейчас будет очередной тейкдаун. Потрясающе. Да, мощные удары приходили по французу от Висхана. И вот он только встал к очередной. Висхана, все по-русски. Да, и вот удушающий прием. Удушающий прием от Висхана закончился. Он доказывает тезис о том, что